Драгоценные братья и сестры во Христе, поздравляю вас всех с праздником. Сегодня у нас с вами еще один престольный праздник, потому что сегодня у нас почитается память всех святых, которые просияли на святой земли Святой Руси. Это и святые, которые просияли и в Карпатах, и в Сибири, и в Санкт-Петербурге, и в Крыму, и в Киеве, и в Чернигове. И на всех-всех землях, которые относятся к территории, которую когда-то занимала земля Святая Русь. Земля русская, Святая Русь дала миру, дала христианству очень много и много святых. Так случилось и исторически, потому что если мы возьмем сон святых христианских и вот так вот разобьем их по группам, то самые большие группы святых будут находиться там, где когда-то были большие государства, большие империи. Да? На земле Римской империи много святых просиявших, на земле Византийской империи, большой империи, просияло очень много святых. И, естественно, на земле большой империи, которая, при том еще длительное время просуществовала, на земле Российской империи, вот, тоже просияло очень много святых, на землях, которые входили в состав Российской империи. И, казалось бы, ну вот, Святая Церковь, да, она благоденствовала времена Российской империи, но это все не так, потому что, как мы знаем, именно во времена Российской империи был убит святой, ну это еще была Московская держава, но все равно это начало России, был убит такой святой, как митрополит Филипп, убит царем. Царь Петр I вообще убрал институт патриаршества и подчинил полностью церковь себе, и на 200 лет практически, почти 200 лет, 2 столетия было, церковь не имела патриарха, наступил так называемый синодальный период, когда церковь возглавлял император и руководил нее через своего наставника, который возглавлял синод, человек мирской, абсолютно не имея никакого отношения к священству, возглавлял священный синод, и через него император управлял церковью. Иногда некоторые императоры управляли благочестиво, были, ну, так сказать, императорами, которые реально были помазанниками Божьими. Некоторые императоры управляли, как Петр I, издевались над священниками и надругались и над верой, и над тем, потому он имел тогда влияние европейского образования. Мы знаем, Петр I учился в Европе, получил европейские ценности и с этими ценностями приехал сюда, в Россию, и начал там вводить свои реформы в церковь, да, убрал патриаршество и прочие реформы. Но тем не менее, несмотря на то, какое бы давление не было на церковь, а чем больше давление на церковь, тем больше просияет святых. Мы знаем, что огромнейший сон святых просиял во времена гонений на церковь 30-х годов. Новомученики, исповедники, те, которые отдали жизнь за Христа. Казалось бы, говорили в последнее время при императоре Николае II, церковь срослась с государством практически. Она уже была практически государственной религией. Мы знаем с вами, да, что государство шло на все уступки церкви, на все просьбы церкви, и было в, ну вот, Великий пост, да, мы знаем, что Великий пост закрывались все мясные ряды, мясные магазины, молочные магазины, все это закрывалось на период Великого поста государственным установлением. Государство шло на встречу. Но вот мы видим, всегда, когда церковь как бы имеет такую гармонию с государством, то приходит время, когда церковь подвергается большим гонениям. Недавно один написал человек, ну, как бы, такое интересное выражение, что если церковь хочет сочетаться браком с государством, то нужно не забывать, что придет время, когда она будет вдовой.
То есть, ну да, ведь государственная власть, она не вечна, да, и государственная власть, они меняются все, и приходят разные правители, да, вот такое было, допустим, вот в те времена, когда был Николай II, после его смерти приходят большевики, которые воздвигают большие гонения на церковь. Но это и справедливо, потому что во времена, когда государство, ну, скажем так, покровительствует церкви, в это время к церкви присасывается очень много всякой тины, всякого грязи. То есть тех людей, которые и в Бога не верят, тех людей, которые и, ну, не имеют никакого отношения к этому. Но поскольку государство благоволит, они стараются возглавить здесь и быть и здесь тоже, так сказать, в первых рядах, потому что идут почеты государства, ну и, естественно, всякие преференции, все. И вот церковь, когда она уже вот этим напитается, вот этой всякой нечистью, приходит время, что ей нужно очиститься. А каким образом очиститься? Очиститься можно вот посредством таким вот гонений. Когда гонение на церковь, вот эта вся грязь, эта нечисть, эта вся наледь, она просто первая же убегает, она растворяется, она уходит. Мы знаем много примеров. Вот я, когда работал дипломной работой, то в архивах как раз... Я этот период изучаю, 30-е годы изучал, то там вот много есть такие, которые священники в нашем районе были, которые были священниками, но когда начались гонения, они уходят из священства, бросают его, некоторые даже стали уполномоченными по делам религии и стали жесточайше гнать церковь, вот, потому что они как бы прозрели, вот они поняли, в новой власть понесла им прозрение. То есть вот таким вот образом и родилось очень много. Потому что и вот если взять те церкви, которые я назвал перед этим, да, которые были в Римской империи, в Византийской империи, вот они больше прославлены, вот особенно Византийская, да, она больше прославлена была тем, что, ну вот, святители, там, благоверные цари. Вот если брать по количеству мучеников, которые прославлены, то всем им, так сказать, терла нос наша церковь, потому что очень много мучеников, много крови пролито за Христа. Когда приходят к тебе с оружием и говорят, отречись от Господа, вот, и ты не отрекаешься, принимаешь смерть, вот это есть мученичество. И вот те 30-е годы, те, которые при царе прилипли к церкви, они, когда им сказали, что отрекайся, они сразу же отреклись. А остальные вот пошли или на каторгу, или в Сибирь, или где-то тихонечко, подпольно хранили этот огонечек веры и донесли ее до нас. Вот такие вот. И нам бы всем бы, вот когда говорят, что бы могло нас примирить, что бы могло бы нас, вот какая-то единая идея, которая бы нас бы могла бы сплотить всех, да. Вот это, наверное, идея вот этого святости Руси. Вот эти все святые. Ведь нельзя же сказать, да, что Серафим Саровский был гражданином России. Был он гражданин России? Даже если бы он был гражданином России, по переписи там какой-то и так далее, он себя ощущал гражданином России? Нет, он ощущал себя гражданином Церкви Христовой. Так же само, был ли гражданином Украины Антоний Федосий Печерский? Да тогда и Украины не было, если разобраться, да? Можно их назвать украинскими конкретно святыми? Да нет, потому что к ним шли со всей земли. Тоже Серафим Саровский. Тоже Серафим Саровский оттуда, из России, пришел в Киев, в Китаеву пустыню, где получил благословение от старца Досифеи, или как уже потом уже знали, что это было, старица Досифея, вон ее, у нас иконочка есть, которая благословила его на то, чтобы он шел и занимался подвижничеством в лесах русских. То есть мы должны с вами стать... Да, естественно, мы граждане, каждый гражданин какой-то страны должен какие-то налоги платить, имеет какие-то отношения к государствам, но в душе своей, души наши должны стать выше всего любого государственного строения. Потому что они принадлежат единому государству, где единственный президент – Христос. Наши души. Тела наши находятся здесь. Мы, то, что наших тел касается, да, нам нужны врачи, мы оплачиваем налоги, да, уже были врачи. Хотя сейчас уже, говорят, уже будет полностью платная медицина. Ну,
значит будем платить. Для того, чтобы платить, надо зарабатывать, да, и так далее. То есть это мы все занимаемся для, для нашего тела. А душа, она не является гражданином какого-то государства. Пусть не обвиняют меня наши патриоты в том, что я не патриот. Я патриот, патриот такой же, как и все. Но душа моя, она стоит выше всего этого. Потому что нет у Христа никаких границ, никаких государств, ничего. Христос сказал, ни эллин, ни иудей, никто, то есть не является для него никому преференцией. Да. Все являются его детьми, все являются его творениями Господними. Все мы являемся творениями Господними. И когда Господь создавал человека, Он не создал государство. Государство создали потом уже человеки. Почему? В основе государства лежит что? Мое. Вот это мое. Все, я застолбил, все, сюда не заходи. Здесь это мое. Христос этого, то есть Господь этого не создавал. Он создал человека и дал ему все свое. На, бери. Но мы, конечно, все изгадили, испохабили. Начиная с Адама и заканчивая нами. Сегодня я опять вынужден вам зачитать обращение, потому что есть обращение нашего блаженнейшего митрополита Владимира к нам всем верным чадам церкви. Оно покороче, но его нужно сегодня прочитать, потому что это сегодня происходит. Вы сегодня придете домой и по телевизору, и по радио будут говорить, да ничего там страшного нет, да это все ерунда, да это так, это все, это, ну чего мы туда лезем, ну это все там... Обращение предстоятеля УБЦ к верным чадам и представителям киевской городской власти относительно попыток провести в Киеве акции с пропагандой половых пороков. В связи с проведением информации об организации в нашей столице так называемого марша равенства, в котором 18 июня сегодня этого года хотят принять участие люди, называющие себя ЛГБТ-сообществом, обращаюсь ко всем верным чадам Украинской Православной Церкви с призывом к усиленной молитве, чтобы этот греховный замысел не осквернил нашу землю и не стал причиной проявления великого гнева Божия, как некогда над древними городами Содомом и Гоморрой. Вызывает страх слово святого апостола Павла, который говорит о праведном суде не только над теми, кто совершает грех плоской нечистоты, но и особенно над теми, кто побуждает этому других. Вот в чем беда. Вот в чем самое страшное, так сказать, последствия вот этих всех гей-парадов, что они побуждают к этому греху других. В то время, когда наша страна страдает от вооруженного противостояния на Донбассе, украинскому народу следует искренне молить и просить Божьей милости и благословенного мира. А те же, кто вместо исправления своей жизни пытаются пропагандировать свои грехи путем так называемого парада, несут особую духовную ответственность за то, что благодать Божия оставит нашу землю, оскверненную пороками, о которых получение Слова Божия дает даже стыдно и говорить. То есть, понимаете, в чем дело? Что идет война. Нам нужно, наоборот, обращаться к Богу, молиться, просить Его, Господи. Господи, да дай же ты нам мир, дай то, чтобы ну, успокоилось наконец-то вот это, чтобы не лилась кровь человеческая. И в то время мы выходим, ну не мы, выходят те, кто хотят, чтобы все страдали этими пороками. И абсолютно, то есть как бы нивелируют наши молитвы. Мы молимся, мы просим, мы каждое богослужение... Обращаемся к Господу с этой прошением, чтобы был мир на земле. И тут приходят люди и делают, творят то, за что Господь в свое время никому ничего не объясняет. Просто взял и сжег два города подряд. Полностью серой огненной сжег. И на том месте сейчас находится Мертвое море, как вы знаете. Где не живет ни одна живое существо, в этом море не живет, потому что ну, мертвое все. И Господь никому не объяснялся, не говорил, что да, ну вы понимаете, ну это так, ну я, может, погнялся, может. Он просто взял и сжег. Если Господь их сжег, то кто я, чтобы толерантно к ним относиться? Кто я есть, тварь ничтожная против Господа? Если Господь их сжег, и после этого он не говорил больше нигде, что, ну ладно, это была ошибка. Вот, знаете, как было, вот, око за око было сначала, да, потом говорил, что поставь правую щеку, было какое-то исправление. То здесь не было, но он потом и говорит, что молоки ему же ложцы Царствия Божьего не наследуют.
То есть, и когда, еще раз повторю, мы их просим мира, мы хотим, чтобы был мир, а в то время делают то, чтобы не то, что мира не было, а чтобы вообще нашу державу уничтожило. Не, ну я понимаю, сейчас сказать так, там же Европа во всяких, там же они тоже ходят. А у них что, хорошо? У них сейчас наплыв такой, и там сейчас такой терроризм происходит. Вроде войны нет, да? Абсолютно, и люди гибнут. И это идет к худшему. К лучшему не будет. Не потому, что я такой вот мракобес, да, и вот считаю, что вот, ну я там где-то чего-то началось. Это в Библии есть. За эти грехи, за распространение, за то, что все живут этим грехом, просто уничтожилось два города. Так называемый марш равенства не является личным проявлением взгляда на пол. Он несет непоправимый вред нравственному, психическому здоровью молодежи, подростков, детей. Организаторы этого марша не имеют никакого морального права навязывать свое мировоззрение другим. Наш украинский народ, тот, о котором мы всегда говорим, что мы украинцы, все говорят, патриоты все говорят. Ну, правда, здесь я не хочу бросить камень тех, которые себя называют радикалами, патриотами. Они тоже против этого марша и тоже будут там что-то против этого делать. Да? То есть, как бы, ну, следует украинским традициям. Украинский народ наш веками живет, придерживаясь христианских моральных норм и традиционных семейных ценностей, что является основой формирования здорового общества и сильного государства. Поэтому вполне понятным является резкий общий протест верующих Украинской Православной Церкви против проведения подобных акций. Уважая каждого человека, христиане должны четко и недвусмысленно высказаться против пропаганды греха и пренебрежения христианских добродетелей. Ведь пропаганда греховных извращений проявляется пренебрежением к человеческой личности, созданной по образу и подобию Божьему. Бессмысленно является идеология, которая пытается уравнять грех с данным Богом даром свободы. Именно поэтому, обращаясь к Киевской городской власти, прислушаться к мнению верующих общины столицы и не допустить проведения так называемых гей-парадов и подобных им позорных мероприятий. Вместе с тем, благословляю 18 июня во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви, вознести молитву, чтобы Господь не допустил на украинской земле произойти парадным маршем с целью пропаганды греховного образа жизни, по которым Библия предостерегает карой Божией в этом веке и в будущем. Ануфрий, митрополит Киевской вся Украина, представитель Украинской Православной Церкви. В святом городе Киеве, в святом, в котором лежат мощи огромного количества святых, дерзают проводить это мероприятие. Они говорят, вот это называть марш равенства, вот мы равны с вами. Да не равны вы с нами. Не равны вы с нами. В этом вот ключе... Интересен был вот там фильм, один наш священник там снял, ну, у него тоже как бы гордынька немножко воссияла, он решил, что он умнее церкви, и решил снять, там пошел «Тайный год веры», может кто-то смотрел, было несколько серий. И вот одной из них он разбирался в этом вопросе, и пошел он там к одному этому гомосексуалисту и с ним разговаривает по поводу этого. И тот говорит, ну и он ему говорит, вы же помните, священник говорит ему, вы же знаете, что сказал же Господь, что мужеложство Царство Божие не наследует. А тот ему тут же отвечает. Ну, он уже готов ответить. Вы помните, что написано, что кто имеет грех, кто не имеет греха, тот первый бросит камень, да? Ну, так же сразу ответил. Но извините меня, если ты считаешь это грехом, то что ты выпячиваешь свой грех? Если ты грех, то плачь и мучься о нем. И страдай, если ты так вот это самое, а не ходи маршами, гей-парадами по столице. В прошлый раз они прошлись там 800 метров, в этот раз они чуть дальше удлинили, там уже километр, почти полтора километра они идут. И так потихонечку, и пройдет 5-10 лет, и все будут говорить, да что, ну нормально, нам совсем нормально, школу ведут, будут детям нашим преподавать и так далее. И это вводится в норму. Кто ж полюбит нашу церковь, если мы выступаем против этого? Если многие из них и во власти находятся. Если не физически они, то психологически они там находятся у власти. Да? Вот, мы их так называем часто. Многие из них находятся. И естественно, они любить не будут нас, потому что мы обличаем церковь, за это никто не любит. Потому что она говорит, грех это есть грех. Именно церковь наша выступила. Гузар покойный недавно заявил перед смертью, успел заявить, что гомосексуалисты, ну нормально, там у них любовь, это все хорошо, это можно. Это ж
предстоятель, бывший представитель католической, греко-католической униатской церкви. В Киевском патриархате так открыто не отвечает, но там вот в том же фильме один их не так называемый священник сказал, ну и что, между, любовь между двумя людьми, чем мы туда лезем, два человека друг друга любят. Извините меня, Господь благословил любовь между двумя человеками, между мужчиной и женщиной, потому что плодом этой любви может быть ребенок. Что может плодом быть двух мужчин любви, кроме, извините меня, дерьмя? И вот с этим дерьмом мы лезем и говорим, что это все нормально. Это ненормально. И мы должны всегда заявлять об этом, что это ненормально. Пусть нам кто говорит, ну сейчас пошло уже такое, уже мне не такое пошло. Если еще лет 5 назад это воспринималось очень семьи штыки. Сейчас говорят, ну мне все равно, что они там делают. Пусть, не обращайте внимания. Необращение нашего внимания приведет к тому, что мы будем очень удивлены, когда наши дети или внуки, не дай Бог, придут и скажут, ваш внук придет и скажет, папа, это Игорь, я его люблю, мы будем с ним жить у вас здесь. И мы тогда так, как же, я же против этого был. Нет, ну я, конечно, не обращал внимания, они нам не нужны. Мы должны защищать наши христианские ценности. Европейские ценности, хорошо. Но только в том случае, если они не противоречат нашим украинским ценностям. Я не говорю, что это там всех... всех бывших народов Русской империи. Я говорю наших, украинских. Мы знаем всегда, никогда у нас не было это благочестивым делом, да, скажем. У нас всегда был культ семьи в Украине. Был всегда культ родителей. Всегда почитали родителей. Сейчас, конечно, с этим уже хуже. Сейчас уже нормально родителям врубить, родителям... не слушать их и так далее. А тогда даже женились. Сказали родители, договорились между собой, что вот, они женятся. Они первый раз на свадьбе увиделись. Но женились, и жили, и рожали детей. Никаких абортов не делали. Господь сам регулировал семью. Да? Если семья не может протянуть много детей, то дети потихонечку, Господь их забирал себе туда, в ангельские хоры. У него там хоры такие ангельские. Такие ангелы поют, что нам и не снилось. Вот, где-то у кого-то убирал, где-то. И были такие семьи, даже не помнили, сколько там детей. Ну, 7-8, где-то там 10-12 бегает. Ну, то есть, как бы, это было нормально. Не сильно плакали, когда дети умирали, потому что, ну, Бог дал, Бог взял. Откуда пошло это выражение? То у нас сейчас один-двое ребенок, конечно, это трагедия большая, потому что и мы даже не принимаем то, что Бог дал и взял. Дал, хорошо, но что он забирает, какой он имеет право? Ну, это уже из другой области. То есть мы сегодня такой вот день, праздник, всех святых земли русской просияшек, и сейчас эту землю русскую хотят обгадить с плодами любви вот эти гомосексуалисты и прочие ЛГБТ-сообщества. Я еще раз говорю, пусть где-то там у себя, в подвалах, в комнатах, в спальнях, мы туда не лезем. Мы там не можем им запретить. Но не допустить того, чтобы дети наши видели эту мразь, это мы еще в наших силах, мы можем. И правительство это может, и государство. А если не может мэр города Киева это запретить, то пусть возглавит, оденет эти трусы эти, семью свою оденет в эти их, тоже все причандалы вот эти вот. И с ними вместе пусть идет, если он не может запретить. Может запретить во избежание... Ведь было же, праворадикалы заявили, что будут их гнать, там будет цель. Во избежание всяких этих самых не разрешать. Такое же может быть. Вот вышла группа людей, вот позавчера, по-моему, да? Вышла группа людей на улице Киева, на проспект бывшей Ватутина, которые переименовали сейчас проспект Шухевича. Вышли для того, чтобы протестовать против этого переименования. Встали там вдоль этого проспекта своими флагами. Ну, это там социалистическая партия есть такая. Они вышли, встали. Набежали молодежь, радикалы. Избили, забрали флаги, все, разогнали. Правильно, неправильно, не знаю. Я в это не лезу. Как там кто? Я даже не смотрел, кто там начал, кто-то как кто-то начал. Но они разогнали. А здесь 6 тысяч. Вот тех никто не... Им пообещали, как пишет их организатор, им пообещали, что будет тихо, мирно, их будут защищать. А здесь не защищали никого. А вот эти будут защищать. 6 тысяч полицейских будут охранять их, чтобы их, не дай бог, их, так сказать, чувства не были задеты. Чтобы никто же их там...
ну ладно, не буду я, но сейчас меня попрет, чтобы никто их не разогнал. Вот, они им дают. Почему такое? Я не знаю, почему такие двойные стандарты, почему власть Киева не обеспечила одним охрану, а обеспечивает другим, это уже... Ну, и вернее, я знаю. Вот эти гранты, которые сейчас оплачивают, которые сейчас платят за то, чтобы вот эти ценности прошли в нашу державу, они свое дело делали. Еще раз поздравляю вас с праздником. И желаю вам всем, и мне, и себе, и всему нашему государству, чтобы заступничество святых земли русской дало свои плоды, чтобы они... вот мы их не молили сегодня, чтобы они прикрыли наше государство от всего негативного, чтобы наконец-то мир был в нашей державе, воссиял.